Всем привет, ребят, с вами Дагер и магазин АПГ. Мы часто вас заваливаем выпусками, где собираем дорогие топовые сборки. И данный выпуск относится к этой же тематике. К нам поступил заказ, где нужно собрать серьезную машину для серьезных графических задач. И, соответственно, здесь мы решили задуматься, что бы нам сюда такое интересное внедрить. А именно, мы сюда воткнем очень крутой, габаритный, шикарный корпус от Thermaltake и немалое количество кулеров. Их будет не 5, не 6, не 8, а целых 12 штук. Давайте перейдем к нашему рабочему месту и познакомимся с этой сборкой. Мы переместились на наше рабочее место, где и будет собираться данная тачка. Давайте-ка пробежимся по комплектующим, что будет заложено в этом крутом корпусе от Thermaltake P8. Фундаментом данной сборки будет служить материнка от Asus ASRock Strix X570E Gaming. Камень у нас будет 16-ядерный, 32-поточный. Это AMD Ryzen 9 5950X. Охлаждать система будет трехсекционное водяное охлаждение от Kogar Heller 360. Оперативной памяти в этой сборке будет предостаточно. 128 гигабайт. 4 плашки по 32 гигабайта с частотой 3200 МГц. По накопителям. SSD от Samsung 980 Pro на 1 терабайт. И за ним следует жесткий диск на 4 терабайта. За графическую составную у нас будет отвечать видеокарта от NVIDIA RTX 3080 Ti от компании Zotac. Но сегодня мало кто устанавливает видеокарты горизонтально. У нас она в сборке будет также в вертикальном положении. И в этом нам поможет Ryzer от Lianli. Всю эту крутую систему будет питать крутой блок питания с японскими конденсаторами от Be Quiet на 1000 ватт с платиновым сертификатом. Ну и напоследок самое вкусное. В этот корпус мы будем внедрять большое количество кулеров от Lianli. 4 упаковки по 3 кулера в каждой. В общей сумме будет 12, не считая нашего водяного охлаждения. Ну и естественно эту сборку будет собирать наш специалист Шахзод. Ну что, Шахзод, ты готов собрать этого крутого зверя? Да, погнали. Ну погнали.